Можно ли получить налоговый вычет с денег, заплаченных за посещение ребенком муниципального детского сада? Первый на сегодня вопрос задала Виктория Белоусова. Можно, поскольку у муниципальных дошкольных учреждений есть лицензии на образовательную деятельность. Для оформления социального налогового вычета нужно предоставить налоговую инспекцию копии лицензии образовательной организации, платежных документов, подтверждающих оплату обучения, и копии свидетельства о рождении ребенка. Работаю неофициально. Общий трудовой стаж 3 года. Буду ли получать пенсию и на какую сумму могу рассчитывать? Этот нюанс интересует Виталия Тихонова. Если гражданин не выработал требуемые условия, не выработал страховой стаж, то пенсия ему будет установлена, но не страховая, а социальная. И не в 60 лет мужчине, а в 65. Для получателей города Благовещенска социальная пенсия – это 6216 рублей. Активистка в подъезде навешала картин и флажков на провода. Разве правила пожарной безопасности это разрешают? Возмущена Валентина Тулупова. По жилищному законодательству использование общего имущества в многоквартирном доме принимается только решением не менее 2/3 от собственников, проживающих в этом многоквартирном доме. То есть это регламентируется статьями 44 и 46 жилищного кодекса. Если кто-то из собственников не согласен с данным решением, данное решение он может протестовать в судебном порядке. Купила 2 машины песка для огорода и задумалась, а можно его где-нибудь взять бесплатно? Ответа на этот вопрос ждет Марина Корчагина. Обзвонив все предприятия города, нам удалось выяснить, песочком бесплатно никто делиться не хочет, потому что стоит он в среднем 200 рублей за кубометр. А за самостоятельную добычу песка в крупных объемах и вовсе можно схлопотать штраф. Для физических лиц он составит от 3 до 5 тысяч рублей, от 30 до 50 тысяч заплатят лица должностные, а юридические и вовсе от 800 тысяч до миллиона. Так что максимум, который можно урвать бесплатно где-нибудь на песчаной местности – ведро песка. В одной из программ вы рассказывали о сроках сбора папоротника. А какой именно можно есть? Озадачилась Мария Шаповалова. Его собирают в определенной стадии, когда он не развернулся. То есть папоротник собирается тогда, когда еще не развернулись листики. Тогда он не грубый, не волокнистый. Если листики развернутся, то есть его уже неудобно. Слишком много волокон.